Надеюсь, я приехал по адресу. Я уже иду. Не нужно так долго нажимать на дверной замок. Здравствуйте. Я так полагаю, вы учительница Мести? Я мороженщик Рот. Мороженщик? Но я не заказывала мороженое. Ох, нет-нет. Я пришел к вам, чтобы заключить сделку. Сделка? Что еще за сделка? Ответьте честно. Вы ненавидите детей? Думаю, разговор стоит продолжить внутри дома. Прошу, присаживайтесь. Так какое у вас ко мне дело? Все гениально просто. Вы, как учительница, будете проводить урок в классе. Тут захожу я и замораживаю всех детей. Итог, вы избавляетесь от детей, а я получу много новеньких детишек. Оу, это очень интересное предложение. Я думаю, мне стоит согласиться. Наконец-то я избавлюсь от этих проказников Тани и Ника.